Как поступать с уже ненужной одеждой и вещами? Отдавать, выкидывать, переделывать или продавать? Все в зависимости от ценности продукта. Если вы здоровый человек и одежда еще в хорошем состоянии, вы вполне можете ее подарить. Если вы серьезно больной человек, то лучше вашу одежду утилизировать. Что касается маленьких детей, то в большей степени их одежду можно как дарить, так продавать, это не имеет значения. Есть та часть одежды, которая была создана с потреблением каких-то серьезных ресурсов, ну, например, шелк, либо какие-то виды дорогостоящей шерсти. Иногда разумно эти вещи почистить, чем их уничтожать. Это вопрос разумности, и каждый случай может иметь... Ну, в каждом отдельно взятом случае может быть своя ситуация. Но вещи от больных и сильно старых людей лучше, в принципе, не носить. Исключение составляет тогда, когда вы, например, носите одежду своих предков, например, вашего дедушки. Если он не был сильно больным человеком, то через эту одежду вы включаетесь в ту программу, которая идет от ваших предков. Если одежда сделана по всем правилам, и эту одежду носили ваши предки на протяжении какого-то количества времени, то положительное воздействие будет больше, чем отрицательное, даже если у этих людей были некоторые проблемы. Но эта традиция сейчас в основном утеряна, и общая рекомендация в том, не носить одежду тогда, когда вы не уверены, что тот, кто ее использовал, не был больным, либо человеком с серьезными проблемами.